сейчас под сомнением, что делать дальше с географией и с геодезией. Правда ли Земля плоская? Ну, к этому приходишь, когда начинаешь заниматься этим вопросом. Когда получаешь информацию в пятом классе школы там, или в шестом, то она кажется незыблемой, но потом в дальнейшем, вот я поступил в университет, и у меня сразу начались вопросы. А я поступил еще на геофак, у меня курс геофизики все-таки, курс геодезии, курс метеорологии. И эти тоже моментально вышибают все эти знания, которые были получены, но тоже вылетают. Почему? Потому что они не согласуются, вот скажем, мои наблюдения и мои собственные сегодняшние уже. Моя эрудиция и мое знание вопроса не позволяет мне утверждать, что Земля является шаром. Но я не знаю, какая форма Земли, я просто знаю то место, в котором мы с вами стоим, оно плоское. Благодарю вас.